Это маленькое видео маленького человека, снятого на маленьком носовом платочке своей бабушки. Спросишь, если ты не мой подписчик, знаешь, кто это? Кто этот человек? Чьи эти руки? Я скажу, кто я? Кто я? Дурак, мизантроп, импотент, нищеброд. И я буду показывать, что купил в магазине. Значит, первое это... Угадай, что? Нет, это не пробка. Это не то, что ты... То, что ты подумала. Подумала. Так, это Икея. Значит, молоточек. Давненько я его хотел. Как-то это двусмысленно звучит. Ой. Давай посмотрим, что в нем. Что-то 400 с чем-то он стоит. О. Просто мне надо иногда снимать, ну, то есть я иногда снимаю видосы, как я готовлю кушать, да, и надо, чтобы в кадре было что-то симпатичное. А Икея доверяю. В Икее всегда все симпатичное. Кстати, это ручка такая прям резиновая. И если использовать не по назначению, мне кажется, надо много смазки. О, еще, слушай, можно в качестве кастета вот так вот все схватить. Можно кому-нибудь так вот вломить, прямо глаз проткнуть. Если у тебя не женская рука, вполне можно так мужу дернуть. Мужу дернуть тоже не двусмысленно звучит. Ну такой вот, интересно, что за материал. Наверное, пластмасса. А, да, молоточек у меня, конечно, есть, но он такой непрезентабельный, деревянный, в дереве скапливается много микробов. И вот тут вот такие вот разрезы, их постоянно начистить зубной щеткой, там даже не получается. А когда я, бывает, делаю стейки часто, если же. Кстати, а почему тут дырки нет? Тут предполагается дырка. Фига, нафига такую ручку делать? Вот мне прям, я прям подумал, продавцы не подумали ли что не то, когда это покупал. Ну, сидит в руке классно и не выскальзывает. Да. И самое, что мне нравится, его легко мыть. Вот здесь вот все промывается. Можно было за эти же деньги купить молоточек в посудоцентре, но они какие-то не симпатичные, без дизайна, какие-то кривые, дурацкие, деревянные, с железными нашлепками. Ну, знаешь, банальные. Эта хреновина смотрится прикольно. Дырку, наверное, просверлю, не знаю, посмотрим. Так, ну, чтобы вешать ее на что-нибудь. Ее повесить, нужно просверлить мне дырку. Да, 500 рублей стоил, ну чуть-чуть меньше. Значит, коврик за 100 рублей, тоже из Икеи. Коврик для мыши прекрасно справляется с этой функцией. У меня есть специальный коврик для мыши, я уже говорил. Ой, где он? Очень давнишний, такой маленький. Его что-то его помыть бы не мешало. Вот его постираю. Пока он минул. Так вот этот лучше, чем хороший настоящий коврик для мыши. Представляешь, мышь с него просто. Мышь от него в восторге. Я имею в виду компьютерную мышь. Манипулятор. Как он правильно называется? Оптический манипулятор. Был я еще в, как это называется, Магнит Косметик, тихо там. И я вот такие пасты очень жуть как уважаю. Надо было Диснов и Верликовскую зубную пасту заодно запилить.
Ладно, уже 5 минут видео идет. У меня все такие видосы длинные получаются почему-то. Ладно. Вскрыть ее физически невозможно без ножа. Я так понимаю. Хотя тут где-то как-то... Ладно. Или все-таки вскрою. Где нож? Что-то я не помню, как я открывал в прошлый раз. Как-то же это предусмотрено, что ее будут открывать. О! Вот. О, тут запломбировано, смотри-ка. Ой! Сразу обрадовалась, что ее открыли. И сразу обрадовалась, прямо мне на пальце обрадовалась. Все обрадовала своей зубной пастой. Ну чего, почти закончилась такая у меня. Нет, полотенце под руками всегда. Не случайно. Я готов к этому, что у меня что-то вдруг срабатывает в руках. Какой-то продолговатый предмет. Так, и мне, не знаю, мне вот очень нравится именно вот так вот. На зубную щетку раз. Она как с дозатором. Она сразу нужное количество выплевывает, и все. Я уже вот подсел на такие штуки. И раньше Colgate покупал в таких баночках. Но Colgate они у нас не продаются с некоторых пор. Не знаю почему. Нигде не видел. Вот единственное, Aquafresh иногда где-то можно встретить. А Colgate нигде никак не видел. Но они существуют, их очень много. Colgate, к сожалению. Хотелось бы Colgate вот такую. Я не знаю, почему они нигде не продаются. Может быть, они оскорбляют чувство верующих, я не знаю. Ну, по какой-то причине. Или они политически как-то плохо влияют на облик Путина. Не знаю, почему. Вот именно вот Colgate-овские. Вот они прям как будто запрещены. Ну и к концу так, это 100 с копейками стоит. 119, ну как в принципе как любая зубная паста обычная. Лучше купить вот такой коробочки. Правильно. И так у нас вот это вот. Покупал уже, было видео, да. Покупал осенью. Покупал довольно дорого. Сейчас скидка за 500 рублей. То есть около 50% скидка примерно. Все-таки решил взять. Ну не знаю, непонятная вещь. Непонятно. Так и не понял. Она не пенится и вещи-то у меня не бывают такие, чтобы прям воняли, и чтобы от них прямо отваливались засаленные, знаешь, куски. Прям чтобы доносить до того, чтобы джинсы прямо лопались. На такой засаленные куски от них отваливались прямо. Вместе с частью одежды. Прям вот я стираю нормально. Иногда даже не знаешь, надо стирать, не надо. На всякий случай постираю, понимаешь? Поэтому большую разницу не видишь. И используешь при этом еще и... Ой, как он называется? Кондиционер для белья. Чтобы белье потом пахло. И непонятно. Вот стирал раньше с порошком, стал стирать этой фигней. И непонятно, сколько ее лить. Много, мало. Если полную вот такую баночку наливать, то она очень быстро кончится. И в принципе за 500 рублей, если на скидках, можно купить Ариэля, да, порошка. Ну вот такую огромный мешок, килограмм, наверное, не знаю, 7, которого хватит не на один год. Я думаю, причем стирать можно, не перестирать. Мне кажется, эти штуки не особо экономные все-таки. Ну, а вся Америка, Европа все стирают сейчас вот этими. И я думаю, что они не могут ошибаться, потому что
мы-то живем в средневековье, вот, а они в прогрессивном мире, то есть они в будущем живут, и они наверняка лучше знают, поэтому. Но в принципе мне нравится эта штука пользоваться. Просто я имею в виду, что по цене мне не очень нравится. А так вообще, я только вот вообще в восторге, но мне кажется, что не очень выгодно по цене. Вот. Чуть-чуть больше бы я зарабатывал, или чуть-чуть поменьше бы эта фигня стоила, было бы круто. Ну все, видео кончается, давай на этом попрощаемся. Прощай со всех вокзалов поезда. Уходят в дальние края, прощай. И привет всем Ольгам по традиции, и респект, и комментарий с тебя. А лайк не надо, нафиг он нужен. Кому нынче лайки? Их лайки можно купить. Ты главный комментарий.